Демонтаж старых лавочек и урн во дворе на школьной улице – только начало целого комплекса работ по благоустройству. Двор между домами номер 7, 9 и 11 огромный и немного пустой, но это пока. По проекту здесь появится современный игровой комплекс и основательная спортивная площадка. Вот сейчас подрядчик вымеряет на холме, где будет стоять площадка баскетбольная. Вот опять же мы с ним сейчас активно ее обсуждаем, где она будет находиться. И подбирать под нее место, потому что там тоже и баскетбол можно поиграть, и мини-футбол, и там тот же теннис. Ну, интересно будет. По просьбе жителей в проект вносились изменения еще на этапе обсуждения. Но мелкие коррективы допустимы и сейчас. Так было принято решение вместо клумбы в зоне тихого отдыха сделать так называемую альпийскую горку и по периметру добавить зелени. В рамках акции «Посади свое дерево» осенью мы высадим здесь крупномеры. И одно из просьб и обещаний, которые мы дали, здесь будет высажена где-то примерно 5-метровая ель. Но это будет выполнено, опять же, где-то ближе к октябрю. Потому что мы сами понимаем, что в такую погоду дерево просто не выживет, не приживется. Претерпит изменения и сеть пешеходных дорожек. Двор будет соответствовать требованиям доступной среды для людей с колясками и инвалидов. К началу августа работы по благоустройству обещают завершить.